Всем добрый день! Я рада всех приветствовать на своем канале Анна Лаврова «Все своими руками». Сегодня я буду рассказывать и показывать вам, как я вяжу детские тапочки. Сколько нужно пражи и какая пража у вас будет, вы, конечно, определите сами. Модель самая простая, вяжется одним полотном. Тапочки 18 размер. По просьбе девчонок я решила вам показать, как я это делаю. Вяжется одним полотном таким. Ширина полотна 15 сантиметров и длина 18. Давайте намерем любым удобным способом, кто как умеет вязать, набирать петельки. Я набрала, первую петлю снимаем, это будет кромочная, провязываем 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, за заднюю стеночку провязываем, 4, 5, 6, 7, 8, это будет 10 петля, изнаночная, разделительная подошвы. Снова 8 петель провязываем, всех петель у нас 28, я забыла, наверное, сказать, 28 петель набираем любым удобным способом и вяжем. Первую снимаем, 8 провязываем, 1 изнаночная, разделительная линия. 8 провязываем, опять разделительная линия, изнаночная, и 8 лицевых, и последняя изнаночная петля. Это будет изнаночная сторона у нас. Второй ряд. Снимаем первую, провязываем лицевыми, 8 петель. Этот ряд будет полностью лицевой, потому что это лицевая сторона. Разделительная тоже идет, вот разделительная поближе. Можно маркеры здесь одеть, здесь и здесь будет разделительная. Но я вяжу без маркеров. Немножко дальше провяжем, оно будет видно, где разделительная линия. Здесь вяжем на лицевой стороне все петли лицевые. Вяжется легко, быстро и удобно. Способ очень хороший. Можно связать любые тапочки любого размера. Мерить по ножке. Размер. Переворачиваем, снова вяжем лицевыми 8 петель на изнаночной стороне. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разделительная линия, изнаночная. Снова 8 петель лицевых. Одна разделительная, 10 петля, изнаночная провязываем. Так будем вязать 24 ряда всех. Здесь разделительная, изнаночная. 8 лицевых и последняя петля, изнаночная. Сейчас поближе покажу вам, что у нас получилось. Вот смотрите, разделительные петельки. Вот. И так дальше будем вязать 24 ряда самостоятельно. Я провязала 24
И нужно здесь добавить по одной петле для расширения. Это и есть подошва, это боки. Вяжем. Смотрите внимательно, как я буду добавлять петельки, чтобы не было дырочек. Первую снимаем. 8 лицевых. Разделились на линии. А здесь я обычно снимаю нижнюю вот петля. Изнаночная, нижнюю снимаю, одеваю, переворачиваю и провязываю. Получается у меня 2 петли. Вот. Дырочки нету. Дальше вяжу лицевыми петлями. С этой стороны разделительной линии тоже надо петельку одну добавить. Или накид, или вытянутый. И как девочки перекидывают, я делаю так и показываю вам, как делаю я. Вот, и будем дальше так вязать. Еще 32 ряда на 18 размер. Самостоятельно будем вязать, девочки, изнаночку. Я провязывать. Вы уже знаете, как вязать изнаночку. И провяжем 32 петли ряда, и здесь нужно убавить, вот здесь по одной петле убавляем, и здесь тоже убавляем, по 2 вместе провязываем, переходим на изнаночную и лицевую петлю, провязываем 3 сантиметра, так получается у нас 7 сантиметров до прибавления, 8 сантиметров после прибавления. Здесь убавили и 3 сантиметра. 1 на 1. Петли оставляем. Стягиваем. Вот, смотрите. Я уже приготовила немножко. Стянула. А здесь буду показывать иголочкой. Вот петельки оставила специально, чтобы вам показать. Стягиваю иголочкой. И получается у нас носочек. Тапочка. И будем сшивать аккуратненько или иголочкой, или крючком. Но я покажу иголочкой, так быстрее и аккуратненько. Вот смотрите, чтобы дырочки подтянули, чтобы дырочки не было. Носочек затягиваем иголочкой и будем здесь сшивать. Кто как умеет. Любым удобным способом сшиваем. Я на изнанке сшиваю, а потом задник, тапочка будем сшивать. Сшиваем где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот где-то, чтобы поглубже был. Можно по-другому шивать, но это в другом видео уже покажу. Здесь показываю просто по-простому. Еще раз. Ну, а он не растянется. Обрезаем. И будем заднюю часть шивать. Ниточку потом оборвем. Я ниточку приготовила. Смотрите внимательно. Вот эти петельки будем поднимать. 8 штук. Иголочкой. Можно крючком. Но в этом видео показываю, как иголочкой поднимаем 8 петель. И будем стягивать. Вот, 8 петель собрала. Завязываем. Стягиваем. Задничек. И дальше будем сшивать. Можно ниточку эту ушить. Не прервать, а просто когда будем сшивать, она затянется иголочкой. Аккуратненько. Крючком в другом видео покажу, как я крючком зашиваю. Это как
иголочкой. Когда-то в школе учили нас переделывать. Сейчас в школе учат или нет, не знаю. Но когда-то учили на трудах. Часто вспоминаем, всю жизнь пригодилось. И мама, и сестренка мне показывала. Вот все. Вот так. Раз. Затянули. Еще раз. И она никогда не распутается. Обрезаем ниточку. И все. Будем обвязывать крючком. Эту заделаем. Обрежем. Получается у нас такой тапок. Можно обвязывать, можно так носить, как следочки. Кто как придумает. Вот видите, помпончик у нас сюда пришивается. Крючком приделываться, привязываться, длинненькие веревочки ставим. А такие ниточки будем вязать. Начинаю обвязку, девчонки, вот с носика. А там заделаю. Просто столбик с накидом. Вот смотрите. Дырочки две. Петельки. Две петельки. Вот две петельки. И накид. То есть без накида. Просто столбик с накидом. Здесь ниточка красивая идет. Матенькая, оно красиво получается. Когда тапочки низковатые, можно с накидом вязать, обвязывать. Крючок я держу, девчонки, совсем по-другому, потому что я вязала всю дорогу спицами. А крючком, когда научилась, я вот так не могу его держать. Мне не получается. Получается, но очень медленно работаешь. И нацепляется. Я научилась вот так, девчонки, вязать крючком. И сюда и платье, и куфты вяжу. Как лопатой, когда-то говорила девчонка на работе. Я вяжу крючком, как держу лопату. Быстрее получается. Так вокруг везде обвязываем по кругу, соединяем. Так вот, видите, как в этом месте соединим. И помпончик, две веревочки здесь, и получается вот такой тапочек. Я думаю, понятно показала, как. Давайте покажу, как тапочек затягиваю сюда одну веревочку и другую веревочку, чтобы когда стирать, можно было веревочки эти развязать на бантик, отвязать. Вот и все. Бантик. И получается вот такой красивый тапок. Вот мы сделали. Тапок готов. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Если кому-то понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.